В дежурную часть полиции Ялты поступило сообщение о краже денег с банковского счета. Заявительница рассказала стражам порядка, что потеряла кошелек, в котором находились документы и несколько платежных карт. Через некоторое время ей на телефон начали приходить оповещения о списании с карты средств. Злоумышленник успел провести 10 платежей на сумму в несколько тысяч рублей. Сотрудники полиции незамедлительно отреагировали на данное сообщение. Опросив одного из продавцов в магазине, где подозреваемый расплачивался похищенной картой, и проверив записи камер видеонаблюдения, удалось установить приметы подозреваемого. В ходе проведения оперативных мероприятий злоумышленник был задержан оперуполномоченными уголовного розыска. Им оказался 36-летний ранее судимый за кражу житель Ялты. Дознавателем отдела полиции Ливадийский УМВД России по городу Ялте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 прим. 3 Уголовного кодекса Российской Федерации. Еще раз напоминаем гражданам, если вы обнаружили пропажу платежной карты или мобильного телефона, привязанного к банковской карте, незамедлительно сообщите об этом в банк, клиентом которого вы являетесь, и заблокируйте ее. Обо всех случаях мошеннических действий или иных преступлений и правонарушений, жертвами которых вы стали, сообщайте в полицию.